Добрый день, мои дорогие девочки! Вы находитесь на канале «Секреты стиля». Сегодняшнее видео будет о том, как создать стильный образ. И если вам эта тема интересна, оставайтесь со мной. Наверное, каждая из вас узнает эту проблему. Вы открываете шкаф, у вас нагромождение модных стильных вещей, но одеть, в принципе-то, и нечего, потому что вам сложно это все скомбинировать. И чтобы вы не надели, вам кажется, чего-то не хватает, какой-то маленькой детали, изюминки, которая сделает ваш образ неповторимым и стильным. И сегодня я хочу открыть для вас вот эти простые секреты, потому как мой опыт стилистом и имиджмейкером уже более 10 лет позволяет мне создавать стильные образы очень быстро, просто. И я руководствуюсь всего тремя принципами. Эти принципы я вам раскрою в этом видео. Смотрите внимательно. Я вам покажу, откуда идет процесс создания образа, как этот процесс проходит у меня в голове. Да, рассмотрю все маленькие, мельчайшие детали. И в конце покажу готовый образ. Да. Итак, начнем. Какие же три самые главные детали при построении образа? Он должен быть органичным. И он должен легко вписываться в вашу повседневность. В моем образе это будет простота и комфорт. То, что я выбрала для себя. Потому что в моей повседневности это очень много прогулок, нахождение на свежем воздухе, шатание по магазинам. Поэтому этот образ будет очень простым, комфортным и свободным. Да? Второе в любом образе – это неперегруженность. Если мы смотрим на цвет, то желательно использовать 2-3 цвета, которые хорошо сочетаются между собой, не перегружать образы, потому что взгляд нашего собеседника потеряется, если на одном человеке будет очень много различных цветов, которые будут конкурировать не только с вами, но также конкурировать между собой. И третье, естественно, это обратите внимание на детали. В любом образе очень важны детали, потому что именно они и делают наш образ стильным и неповторимым. Итак, начнем с органичности. И я для себя выбрала простоту, как я уже сказала, удобство. Я взяла для этого образа удлиненный пиджак-клетку, который у меня уже давно в гардеробе находится, еще с прошлого сезона, потому что этот пиджак вошел надолго в наши гардеробы, и он еще надолго останется в моде. Советую вам приобрести, если у вас еще нет. А если у вас уже есть, то купите второй или третий в разных цветах, обязательно вам пригодится. Тут номер два – это цвет. Да? Цвет я учитывала свой цветотип. Когда я уже покупала пиджак, то, естественно, я смотрела, чтобы он был цветов, подходящих мне по цветотипу. У меня теплая цветовая гамма, контрастная внешность. И потому я пиджак тут выбрала изначально в теплой цветовой гамме. Он идет в клетку. Клетка – это классика и будет носиться годами. Она у вас может провисеть в гардеробе довольно долго, ее легко комбинировать. При создании этого образа я также задумалась над тем, как сделать так, чтобы пиджак именно этот было видно, хотя он такой более-менее нейтральный. Я решила все остальные детали своего гардероба оставить в монохроме, делать черно-белыми для того, чтобы именно пиджак как бы был в центре образа и его было хорошо видно. То есть остальные детали моего образа – это черные джинсы, черная футболка с надписью, да, на которой написано Dream. Я уже говорила, очень важна надпись. Обязательно переводите с английского, когда вы покупаете, потому что никогда не знаешь, что написано. И сейчас, в наше время, в современное, большинство людей знают английский. И чтобы не опозориться, не дай бог, обязательно нужно знать, что написано на вашей футболке, чтобы ценности на футболке совпадали с вашими, да, чтобы не было как бы
диссонанса не возникло у окружающих, что написано одно, а вы несете в себе другое. Но не будем отвлекаться. То есть я выбрала все в черной такой, черно-белой цветовой гамме, и поэтому пиджак у меня получился в центре. И когда мы переходим к третьему пункту, детали, тут, конечно же, я обратила внимание на модные стильные детали для того, чтобы сделать образ ультрасовременным и стильным. Как я вам уже рассказала в начале этого видео, детали – это самое важное. Именно они делают образ. Потому обратите внимание на вашу обувь, на ваши аксессуары. Они должны быть стильными, и они должны отражать именно эту картину моды. То, что модно в этом сезоне. Очки у меня тут винтедж, я использовала. Они от Dior. Они такой футуристической формы, отражают в себе космос, стремление населения к космос, да, то, что сейчас как раз на пике популярности, и у них цветные стекла, то есть тоже тут 90-е, да, то, что сейчас супер модно. И потом у меня тут сумка. Сумку эту я купила в Японии. Она чем необычна? Она сочетает в себе и ведерко, и корзинку, то есть две модные тенденции в одном. Вот такая сумка, она была довольно бюджетная, но из очень хорошего качества телячьей кожи, да, из хорошего плетения тут корзинка сделана, и все это сделано вручную. То есть мне очень-очень нравится вот такая сумка. Если у вас какая-то другая есть, то, пожалуйста, тоже добавляйте в образ. Мне важно было также, что сумка не будет контрастного цвета, она будет тоже идти в монохроме, потому что сумка тут у меня не главная деталь этого образа. И еще я использовала винтажный кожаный ремень тут. И это тоже, я выбрала его коричневого цвета, потому что, как я уже сказала, образ в монохроме, и мне не хотелось, чтобы что-то специально тут выделялось. Ну, вот этот по цвету, по оттенку, все-таки ремень очень похож на стекла именно этих очков, потому очень красиво все сочетается. Ну, вот так я создала образ. Сейчас вы можете посмотреть готовый результат, да, что у меня получилось. Пишите, обязательно комментируйте, что вы думаете. На мой взгляд, образ получился очень комфортный, удобный для моей повседневности, удобно совершать в нем поход по магазинам, делать покупки или просто прогуливаться в парке. Очень комфортно. Да, я не сказала, на ноги тут использовала кроссовки New Balance, да, то есть очень легкие кроссовки, удобные, и тоже они черные, да, то есть в центре образа все-таки будет человек, то есть я, и я сделала так, что ни одна из деталей образа не выпадает из общей картины, и все это делает так, что образ органичный, цельный смотрится и как бы не разрозненный, да. Вы воспринимаете прежде всего человека, то есть меня, когда вы видите меня в этом образе, а не какие-то детали одежды. Понимаете, к чему я клоню? Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить мои другие видео. Если вам интересно, у меня на канале уже есть плейлист с моим базовым гардеробом. Обязательно посмотрите, потому что вещи из базового гардероба я часто использую для создания разнообразных образов. И они в основном повторяются, потому что базовый гардероб я создаю из таких вещей, которые не выходят из моды годами. Это классика. И все, что меняется, это только немного крой, немного я дополняю, немного заменяю какие-то вещи, но не сильно. И еще я забыла вам сказать, если вы хотите подписаться на мою рассылку, то, пожалуйста, посмотрите под этим видео, будет внизу ссылочка, кликните на нее. Эта ссылочка будет, естественно, на YouTube, там же, где видео. И если вы кликните, вы попадете в мою рассылку и сможете подписаться для того, чтобы самыми первыми получать все мои видео, которые у меня выходят 1-2 раза в неделю. Всем приятного вечера и желаю вам отличной рабочей недели!